Книга пророка Исаии. А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят: «Пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится, и придет в исполнение совет святаго Израилева, чтобы мы узнали». Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святаго Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах, и при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта.